Всем привет, с вами Сила. Продолжение прохождения PS13 сражения Стальной Легенды. Нас матч против Бетиса. Я включил стартовый состав. Мы играем в гостях, поэтому будет довольно-таки проблематично. Так, стадион довольно-таки незаполненный. Мало желающих посмотреть на такую игру. Ну, ничего страшного. Думаю, если поиграла команда как Барселона или Реал, то стадион был бы заполнен весь. Или хотя бы Валенсия, потому что команда Валенсия тоже отличная, на мой взгляд. Ой. По крайней мере, они воспитали отличных игроков, таких как Вилья, Хорди Альбу, которые перешли в Барселону. Барселона плохих игроков покупать не будет. Ой-ой-ой, опасно так, как было. Посмотрим в повторе. Мне это понравился довольно-таки. Мог быть вполне гол. Но, к сожалению, этого не случилось. Так, буду вперед давать пытаться. Не допрыгнул до мяча, к сожалению. Да что ж вы остановились-то? Приходится приходить в защиту. Помогать им. А нет, все, они справились. Я уже подумал, что он пас никуда дает. Но хорошо, что я оказался неправ. И надеюсь, он все-таки даст мне пас. Ой-ой-ой. Неожиданно это было, однако. И я слишком часто уже начал, однако, говорить, нужно избавляться от этой вредной привычки. Все, мяч вышел за пределы поля. И надеюсь... Да, зря понадеялся. Давай, пас. Да уж. Я уже подумал, что сейчас мяч потеряю. Блин, не вышло, но, по крайней мере, я смог заработать угловой. Который... Ого, у нас уже 3 угловых. Всего лишь 20-я минута игры. Довольно-таки опасные угловые выходят. Хоть только 20-я минута. Так, побегу вперед. Пас. Отлично. Теперь я жду от тебя. Молодец. Добивай. Супер. 1-0 в нашу пользу теперь. И это меня очень радует. И пусть только попробуют меня назначить игроком матча. Ну, вполне вероятно, что так и будет. Что меня игроком матча не сделают. Так как тут очень странно с этим рейтингом. Блин. Договорился и не нажал на отбор мяча. Теперь будем идти вперед с одноклубниками. Ну, я пока сам попробую. Блин. Отлично. Нарушений не было. Я уже подумал, что нарушение было. Ну, выйди, мяч, выйди. Блин. Ой. Извини, друг. Я не хотел. Ну, ничего страшного. Одна желтая карточка. Ничего не изменит. Если я, конечно, не получу опять красный. А это я люблю очень делать после получения желтой. Давай уже пасуй. Сколько можно водиться. Пасовать я опять же не буду, не знаю почему. Но я решил не пасовать. Ой. Ну, опасно, хорошо играет вратарь. Показывает отличную реакцию, мастерство. Довольно-таки сложная ситуация. Ну что ты творишь? Да, зря он, конечно, решил с лёта ударить. Но я его переубить не могу. Отлично. Теперь вперед. Не буду я вам пасовать. Вы, главное, не мешайте. Ну, да что ж я не могу никак удар нанести. Нормально. Постоянно кто-то мешает. Ну, блин. Молоток. Давай. Эх. Я подумал, что
Мяч залетит в ворота. Но этого не случилось. Ну, мне это даже хорошо для меня. Так, я не понял. Что у них за стадион такой? Необыкновенный. О, у Бетиса хоть и защиты работают. Хорошо. По крайней мере, побежали за мной. В отличие от игроков защиты Динамо Загреб. Ой. Надо это нечаянно нажал. Ох, только что. Кто мог свалить? Это я... Этого я очень опасаюсь, поэтому... Стараюсь играть... Немножко... Блин, меня заменили. Немножко поспокойней. С подкатами. Ну, меня заменили, поэтому... Красную карточку я уже, конечно, скажу, пока по скину не получу. Хотя много таких очевидных. Задумался немного. Я тут думал, что сейчас в атаку пойдут игроки Бетиса. Очевидных таких предложений, говорю. Ну, надеюсь, это не страшно. Пока что опять возня. Атака, которая не увенчалась успехом. Еще одна атака, которая опять же не увенчалась успехом. Мы это все привыкли уже видеть. Потому что так проходит практически каждый матч. Так, вратарь себя показывает хорошо на выходе. Вроде это он отбил мяч. Замены опять. Надеюсь, не будет такая же куча, как в прошлый раз. Ну, хотя, тот аварский матч был, там замен. Можно 6 делать. Так, пока что опять возня. Скучная. Что даже говорить не о чем. У нас мяч и свисток. Да, наконец-то. Сейчас смотрим, кто игрок матча у нас. И это не я. Хоть у меня тоже 7,5. Ну ладно. Ничего с этим не поделаешь. Так. Реал Мадрид 3-2 Сельту победил. А Барселона 3-0. Эспаньол Барселона. Атлетик Мадрид 1-2. Гранаде проиграл. Ничего себе. Малага 3-2. Сарагоса. Да уж. Валенсия. Депортиво проиграл, ничего себе. Неожиданно это, однако. Опять говорю, однако, извиняюсь за это. Так, и у нас, кстати, матч следующий против Валенсии. И, возможно, меня пригласят в сборную поиграть. Что я надеюсь. Еще матч с Барселоной там. Да уж. Так, я посчитал баланс твоих доходов, спасибо. Надо... Ну, только не это. Как же меня это все-таки бесит. Так, что тут сведения? Записи, футболист года. Не понял. Что-то это как-то неожиданно. Какой-то зером. А, это зером, это ж... Как там? Который по версии UEFA футболист. Лучший футболист, ага. Припоминаю такого. И Видаль из Ювентуса. Месси на втором месте. Вообще нету никого. Ни Роналду нет, ни Хави, ни Иньесты. Никого нет. Ни Касильяса, который отличный вратарь. Можно многих футболистов назвать, но... Которые достойны получить золотой мяч. Ну, к сожалению, только один игрок может получить. Так, 1-0 проиграли. И спустились на... Они не спустились. Это... Я почему-то подумал, что мы сейчас спустимся. Но это хорошо. Если мы еще раз проиграем, и Малага выиграет, то... Вполне вероятно, что довольно-таки неплохо спустимся. У нас товарищеский матч. Это же... Товарищеский матч, если я не ошибаюсь. Так, да, тренер включил у меня стартовый состав. И это, значит, товарский матч.
Потому что ту команду я не знаю. Давайте посмотрим, что это за команда. Вильядоли. Ух ты ж. Но с ним мы сыграем в следующей серии. А на этом все. Увидимся.